Увидеть мир глазами художника приглашает Центр пропаганды изобразительного искусства. Там работает выставка живописи и графики Владимира Рузина. Она приурочена к 70-летию мастера. В субботу экспозиция работает с 10:30 до 9 вечера, а в воскресенье до 19:00. Открыть сезон на коньках приглашает муниципальный ледовый дворец Владимир. С 14:00 в эту субботу и воскресенье там стартуют сеансы массового катания. Катание на льду платное. При этом посетители дворца бесплатно могут осмотреть музей зимних видов спорта. Весело провести время на свежем воздухе приглашают в выходные городские парки. В субботу в полдень в Центральном парке проведут спортивную программу «Финишная прямая». Юных посетителей ждут задания на скорость и быстроту реакции, а взрослых гостей приглашают в парк к 18:00. В это время начнется традиционная танцевальная программа «Ретро-танцы». В воскресенье 14 октября в 11:00 в Центральном парке пройдут областные соревнования по пожарному кроссфиту. Зрелище захватывающее. В полном обмундировании пожарные будут на время выполнять силовые упражнения без перерыва одно за другим. Среди почетных гостей соревнования ожидают сына известного певца Игоря Талькова. Он исполнит песню «Я вернусь». В этот же день в загородном парке проведут эко-программу «Тайный лес полон чудес». Она познакомит участников с секретами осенней природы. Начало в полдень. А «Дружба» в воскресенье приглашает на интерактивные игры под названием «Встреча осени с зимой». Посетителей ждут интересные народные игры и забавы. Начало в 11:30. В воскресенье 93-й творческий сезон откроют Дом культуры в микрорайоне Оргтруд. Для зрителей организатора подготовили яркий концерт. В нем участвуют творческие коллективы ДК, а также приглашенные артисты города и области. Начало музыкальной программы в 15:00.